Google тестирует новую операционную систему с кодовым названием Fuchsia, или по-русски Fuchsia. Недавно в сеть утекли скриншоты интерфейса системы, а после демообразец этого интерфейса был скомпилирован в виде надстройки для Android. Сейчас каждый может изучить UI Fuchsia, просто установив APK-файл. Ходили слухи, что Fuchsia станет заменой Android, но эти выводы безосновательны на самом деле. И по сути своей глуповаты, так как все, что есть сегодня, не больше, чем работающий концепт. Концепт, который не будет понятен людям, и делать какие-то выводы на основе этого, ну, как минимум, странно. Выглядит все достаточно просто. Этот интерфейс носит название Armadillo. Вся система представляет из себя набор карточек, это, по сути, уже открытые приложения. Сейчас все это выглядит как макеты, но на деле должно быть лучше. Если удерживать приложение, то система предложит разделить экран до 4 карточек, может быть, на одном экране, так как Fuchsia рассчитана не только для телефонов, но и для планшетов. Анимации, конечно, интересные и симпатичные. Тут не поспоришь. Ниже карточек приложений находится страница пользователя, а под ней гугловский ассистент, тоже в виде карточек. Эти уже более привычные, набор подсказок и новостей от Google Now, а если нажать на сам поисковик, то откроется страница для запросов. Здесь можно видеть и фирменную клавиатуру операционки. Похоже на гугловскую, но что-то новое в ней есть. Внизу экрана всегда находится одна единственная кнопка в виде заполненного круга, которая разворачивается в аватар пользователя. Нажимаем на него, и теперь можно видеть меню управления. Здесь ползунки яркости и громкости, а также кнопки с бесшумным режимом и авиарежимом. Время и уровень зарядки также видны внизу экрана, но они постоянно исчезают. Можно нажать по пустой области, чтобы вновь увидеть информацию. На самом деле все эти новшества не более чем демонстрация. Главное здесь, что Fuchsia работает не на ядре Linux, как Android, а на собственной разработке компании, ядре Magento. Сам интерфейс и наверняка будущие приложения для этой ОС будут построены на SDK Flutter от самих Google. Этот набор инструментов используется для написания кроссплатформенного кода, который может работать на разных операционных системах, включая Android, iOS и, соответственно, Fuchsia. Именно поэтому интерфейс новой операционки удалось портировать на Android. Так что такое Fuchsia, а главное для чего? Вряд ли эта система заменит Android или Chrome OS, и даже вряд ли встанет с ними на одном уровне. Fuchsia — это платформа для экспериментов, для новых идей. Об этом говорит и то, что на Google I.O. о Fuchsia не сказали ни слова, а значит проект еще молодой, и услышим мы о нем лишь через пару-тройку лет. Азар же неравномерно. Чего не так-то опять? Понимаешь? Выключи. Скриншоты чего? А после? Как называется в телефон? А, интерфейс, да. Я опять забыл слово интерфейс. Пойдет.